8 сентября Ульяновск отметит 371 год со дня образования. Все праздничные мероприятия пройдут под девизом «Мой город любимый, судьба моя». Ульяновцев и гостей впервые приглашают на концерт живой музыки. Шедевры мировой классики на фортепиано исполнят воспитанники детских школ искусств. Начало живого концерта в 14:00. На площадке напротив Краеведческого музея, вы знаете эту открытую площадку, очень красивая, очень красивый вид на Волгу. Вот там как раз будет стоять рояль, и на протяжении всего дня на этом рояле будут играть и воспитанники наших школ искусств городских, и солисты филармонии. А вот любители современной музыки ждут с 8 до 10 вечера в сквере за памятником Ленина. На закрытой площадке ночная мэрия организует вечер бесшумной музыки. Благодаря беспроводным наушникам на траве можно будет уединиться от другого праздничного шума, послушать любимые треки, научиться играть электронную музыку. Впервые на территории музея-заповедника Родины Владимира Ильича Ленина пройдет городской туристический фестиваль, который включает в себя квест-игру, основанную на реальных событиях. За сценарный план взято то самое происшествие на Московской, мы так и назвали нашу квест-игру «Происшествие на Московской», которое происходило в Симбирске в XIX веке. В этой квест-игре будут задействованы музеи, то есть сами события будут проходить на территории тех музеев, которые находятся на улице Ленина, бывшая улица Московская. Центральным событием фестиваля станет масштабная военно-историческая реконструкция «Бой за Симбирск» 12 сентября 1918 года. Военно-исторические клубы из Ульяновска и гости из Уфы передадут атмосферу освобождения города от белогвардейцев. Отдельную площадку уготовили для будущих и уже состоявшихся предпринимателей. Как начать дело с нуля и как представительницам прекрасного пола в бизнесе не потерять женского лица, подробно расскажут на фестивале «Стартап Фест». На площадках выступят успешные предприниматели, которые презентуют не положительный опыт в работе, а поделятся историями своих провалов. Планируется, что своим опытом поделится губернатор Сергей Морозов. В принципе, задача простая – заинтересовать людей в том, чтобы они стали предпринимателями, заинтересовать людей в бизнесе, в участии в бизнес-процессах и показать те меры, которые есть в нашем регионе, меры поддержки, направленные на открытие новых предпринимателей. Найдется развлечение на День города и более старшему поколению людей. На Соборной площади в 15:30 стартует ретро-программа «Я вырос в СССР». И для граждан серебряного возраста проведут занятия по гимнастике и познакомят с зумбой. А самые маленькие жители города на спортплощадках главной площади в полдень посоревнуются в парных забегах на беговелах. 8 сентября жителям Заволжья будет преподнесен такой подарок, будет открыт спуск в парке 40-летия, который мы отремонтировали, и также на улице Шоферов будет открыт памятник. Завершится праздник выступлением российского поп-певца LX24 и праздничным фейерверком. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.